Не знаю, можно ли меня поздравить, но вот, пожалуйста. Это прямая трансляция, совершенно прямая. От Стива. Он очень долгое время не ехал. Это, в общем-то, практически уже темнота на улице. То есть, как в феврале. В общем, сейчас я удостоверюсь. Видите? 76-й хайвей. Да. Это происходит сейчас, как сказано в Twin Peaks. Waterfall, Пенсильвания. Смотри-ка, в Пенсильвании уже тоже деревца начинают зеленеть. Ну, к чему я говорю, с чем поздравляю? С тем, что, в общем, февральский мой режим полностью воплотился сейчас. И это хорошо, потому что в феврале было хоть, я не знаю, ну что-то, хоть что-то. И поэтому я за это держусь. Будем как в феврале. Я вообще держусь за зиму. Лето как-то меня пугает, честно говоря. Всегда пугало. Ну, кроме определенных особых лет.